Всем привет! С вами снова ежемесячная программа «Инфокаст», в которой я вам расскажу о самых значимых прошедших и ожидаемых событий в мире IT. Начнем сразу с самого яркого события прошедшего месяца, а именно с выхода процессоров Intel 9-го поколения. Само это поколение не получило новое название, то есть, как и прошлогодние процессоры, новинки относятся к Coffee Lake, правда с припиской Coffee Lake Refresh. К моменту анонса, в общем-то, уже никаких интриг не оставалось. Давно уже было известно, что будет представлен первый для Intel 8-ядерный процессор для обычной десктопной платформы. Процессоры пока представлены только старшие, то есть самые дорогие представители линеек i5, i7 и новый для сокета 1151 линейки i9. По числу потоков и ядер новые линейки имеют кардинальные отличия от старых процессоров, кроме i5. i5, как и в прошлом году, это 6-ядерные процессоры с 6 потоками, а вот дальше начинаются отличия. В прошлом году i7 были 6-ядерными, но 12-поточными. i7 2018 года потеряли поддержку технологии гипертрейдинг, но приобрели два дополнительных ядра. То есть теперь i7 это 8-ядерный процессор с 8 потоками. Процессор получился не самым однозначным, имея рекомендуемую стоимость на $10-20 больше своего предшественника. В части задач из-за меньшего числа потоков новинка оказывается медленнее, чем i7-8700K. Что касается флагмана i9, то процессор получил ожидаемые 8 ядер и 16 потоков и рекомендуемую цену около $500. Естественно, все цены без учета налогов. Но кроме этого, до сих пор сохраняется некоторый дефицит процессоров Intel, и цены и на старые процессоры, тем более на новинки, далеки от озвученных рекомендуемых значений. Цена на топовое решение сейчас колеблется в районе 50 тысяч рублей. Процессоры совместимы с материнскими платами с чипсетами 300 серии. Тем не менее, был представлен и новый старший чипсет Z390, который от своего предшественника Z370 отличается наличием встроенных в чипсет контроллеров USB 3.1 и Wi-Fi. Изменения не самые кардинальные, тем не менее, сами материнские платы новые, то есть переработаны системы питания под более требовательные процессоры, изменены порты и разъемы, естественно, обновлены платы и внешне. Сами же процессоры с точки зрения технологий ничего нового не предлагают, это обычные для Intel процессоры. Используется старая кольцевая шина, количество удельного кэша на ядро такое же, как и было. По самим ядрам изменений минимум. Исправлена часть аппаратных уязвимостей, которые были обнародованы в начале года. Еще меньше изменений в процессорах на сокете 2066. Ранее были слухи, что число ядер увеличится с 18 до 22, однако этого не произошло. Новые процессоры – это по сути просто перемаркированные прошлогодние процессоры. Нового ничего они не получили. Немного отличаются частоты работы, но принципиально ничего не поменялось. Стоит, правда, отметить, что Intel пропустили в нумерации процессоров одно поколение и перескочили в названиях 7000 на 9000, чтобы уравнять индексы с процессорами младшей линейки. Отсюда возникает сразу небольшая путаница. У Intel получилось два процессора с практически одинаковыми названиями, а именно 8-ядерный i9-9920K для сокета 1151 и i9-9900X для сокета 2066, и этот процессор уже 10-ядерный. Еще ранее предполагалось, что Intel свою более топовую платформу LGA3647 переведет в новое качество, представив домашний вариант своих серверных решений в качестве ответа новым Threadripper. Частично это произошло. Был анонсирован новый процессор с названием Xeon W3175X. От прочих процессоров платформы LGA3647 новинка будет отличаться наличием разблокированного множителя, то есть будет поддерживаться разгон. Пока новый процессор в продажу не поступил, и не очень ясно, когда поступит и сколько будет стоить. По числу ядер он равен прошлому топовому решению платформы, имея 28 ядер и 59 потоков. Помимо этого всего, Asus в некоторых своих платах ввели поддержку оперативной памяти с новой компоновкой чипов памяти, по сути включающих в себя две планки памяти в одной планке. Стандарт двойной памяти не является утвержденным, и поэтому поддерживается только на указанных платах. Самих планок тоже не очень много, только пару производителей памяти представили совместимые решения. Кроме этих планок переростков, также есть неподтвержденные сведения о поддержке процессорами Intel 9-го поколения оперативной памяти 16-гигабитными чипами памяти. То есть объем в 32 гигабайта памяти на планку памяти может быть достигнут не только двойными планками, которые мало на каких планках будут работать, но еще при использовании планок с более плотными кристаллами. Однако документация на процессоры поддержку подобных плотных чипов не подтверждает. В общем, поживем увидим, что к чему. В октябре владельцев Windows 10 Microsoft осчастливила новым глобальным обновлением. Из ключевых новых функций это добавление новой версии API для полноценной работы DXR в 3D-приложениях,
Также не прошло и 2 лет, как приложение телефона действительно стало работать. Теперь можно синхронизировать Android-смартфон с Windows 10, обмениваться с телефоном файлами без использования стандартного проводника, а также использовать на компьютере телефонную книгу смартфона, получать и отправлять на компьютере SMS через телефон. Но по давно сложившейся традиции не обошлось без проблем. Напомню, что прошлое весеннее обновление по техническим причинам откладывалось больше месяца. На этот раз обновление вышло в срок, однако вскоре было прекращено в связи с тем, что при определенных настройках синхронизации данных с облачным сервисом Microsoft часть документов пользователя при обновлении Windows безвозвратно удалялись, что и стало причиной отзыва обновления. Сейчас доступна уже новая версия обновления, которая не имеет подобной ошибки. Помимо софтверной части, в октябре Microsoft обновляет и продукты линейки Surface. Обновлены были все продукты – планшеты и ноутбуки Surface, моноблок с продвигаемым сенсорным экраном. И у этих продуктов обновления только в железе, то есть применены новые поколения процессоров и видеокарт. Но помимо этого линейка продуктов Surface пополнилась беспроводной гарнитурой, особенностью ее в органах управления, в частности управление активным шумоподавлением. По желанию пользователя, вращая кольцо на одной из ушных чашек, можно настраивать степень шумоподавления. Помимо этого в наушниках встроена Cortana, которая в России, естественно, не будет работать. А также датчик наличия головы, то есть снимая наушники с головы, они автоматически ставят паузу воспроизведения на устройстве, к которому они подключены. Но и стоят эти наушники немало. Рекомендуемая стоимость $350. Что касается других железячных анонсов, то в середине месяца начались продажи видеокарт RTX 2070. Для канала, кстати, карта уже куплена и скоро должна приехать, так что тесты карты будут представлены. Помимо этого, тихо и без каких-то громких анонсов была представлена новая модификация GTX 1060, которая получила память GDDR5X с большей частотой, нежели у старых версий. Вероятно, новые модификации карт скоро поступят в продажу, скорее всего, по стоимости неотличимы от старых. Появление этой модификации, скорее всего, обусловлено 2 факторами. Во-первых, карты с памятью GDDR5X прошлого поколения постепенно снимаются с производства, так что память этого типа становится невостребованной. Скорее всего, поставляемые чипы от производителей памяти больше некуда девать. Учитывая, что вся линейка видеокарт 10-го поколения NVIDIA поддерживает память GDDR5X, поставить эту память на карты было несложно. Ну и вторая причина – это превентивный выход конкурента обновленным видеокартам RX от AMD. По слухам, уже в ближайшие недели будет анонсировано обновление видеокарт, которые придут на замену RX 580 и RX 570. Насчет памяти в новинках ничего не известно. Может быть, это будет также GDDR5X, но пока слухи говорят об обычном GDDR5, но ожидается увеличение частот работы. И по имеющейся информации, все это без каких-либо существенных архитектурных изменений. То есть производительность на такт и число различных блоков будет идентично старым решениям. Поэтому слишком большого роста производительности ожидать не стоит. Так что ответ в виде более быстрой памяти со стороны NVIDIA вполне вероятно будет достаточным для конкуренции. Ну и еще одна новость, которая появилась перед самым выпуском видео, это то, что AMD во время презентации Apple представили свои новые APU. Идейно они должны конкурировать с решениями от Intel с графикой от AMD. Напомню, что Intel в начале года представили сборку кристаллов процессоров графики HBM памяти, используя 2,4 блока Vega в этой графике. Новые APU от AMD получили чуть меньше блоков 20, но при этом кристалл графического чипа, в отличие от решения Intel, встроен в общий кристалл с процессором. Отдельно реализована только HBM память. И напомню, что примерно год назад были представлены предыдущие мобильные APU с 11 блоками Vega, но вскоре решения на этом кристалле переехали на платформу AM4. Будет ли то же самое с представленной моделью, сказать сложно. Вместе с HBM памятью процессора в габариты AM4 вроде как не входит, да и пинов может оказаться маловато. Возможно ли преобразование этого кристалла в версии без HBM памяти, вопрос открытый, но увидеть в следующем году в APU на AM4 Vega 20 очень хотелось бы. Даже если использоваться будет оперативная память в качестве видеопамяти. Уверена, будут и другие интересные события. Естественно, о них я расскажу через месяц в следующем выпуске InfoCast. На этом пока все, спасибо за ваше внимание. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами и будьте в курсе главных событий в мире компьютеров.